Всем привет, дорогие зрителики, то есть зрители. И сегодня у нас будет выпуск няшкой-миляшкой. Ей. Ну, на самом деле, это не так, я просто ее взяла, чтобы была няшка-няшка. Ну, короче, я ее отпущу сейчас. И сегодня будет что-то в глазу. Простите. Просто на паузу так не останусь. Ладно, стоп. Игра. Геймова. Итак, но мы продолжаем. Сегодня у нас опять же вот эта сумочка, как я говорила, я буду в нее все время скатывать что-то. Вот. Смотрите, такая сумочка. Не помню, какой это был выпуск, но все равно. Итак, давайте начнем с первого. У меня тут два, и два одинаковых. Это, буду уже держать в секрете, два Несквика. Мы посмотрим, какие же нам наклейки попадутся, и... Сразу же наклеим мою любимую коллекторскую шкатулочку. Я не знаю, что я говорю вообще. Не коллекторскую, ну, короче, там лежат мои малые пауни. У меня же тут есть один Несквик, и я тут буду хранить все наклейки. Ну, как бы, Несквики, наклейки. Посмотрим, надеюсь, не повтор попадется нам. И начнем вот с этого Несквик. 1+1, все, наклей... Квики наклейка, сюрприз внутри. Вот такой вот Несквик. И давайте же его раскроем. Нет, еще интернет, слава богу, есть. И вот мы его раскрываем. Блин, рука прокатана. И посмотрим, какая же нам наклейка попадется. Два бутончика. И ура, это не повтор. Сейчас покажу, какая наклейка. Вот такая вот наклеечка. Сейчас я ее наклею. Это он, наверное, где-то... Либо у него зима в его городе, либо он на севере. Вот на таком вот он едет на... Скей, он на... Блин, как это называется? Пейнтборде, ой. Не скейтборде, блин. А, да, скейтборде. Да, скейтборде. На таком как бы сноуборде. Да, сноуборде. И есть вот как раз таки вот этот батончик Несквик. Вот. Такой вот он у нас попался зайчик. Кстати, я не знаю, как его зовут. То ли его Несквик зовут, то я не знаю как. Вот такой. Здесь вам было видно. И теперь я ее наклею на саму коробочку свою. На свою коробочку. Такой странный звук. Ну, все равно прикольный такой. Может, никуда наклеить можно. Например, вот так вот. Давайте вот здесь вот. Так, собственно, где я не хочу закрывать. Да, я тут выбираю, куда клеить. Вот, все, наклеиваем. Вот такие, да, батончик. Да. Ссылку оставлю внизу в описании. Не ссылку, а канал Варвара Сосенкина. Вот так, у нее тоже есть видео, там, где она открывает Kinder Surprise, One Piece Jungle и вот один Несквик такой. И давайте второй попробуем открыть. Тут точно такое же все. Там было с пупырками, я думаю, но там не было наклейки, поэтому я решила не брать. Крисп. Ну, такое называется, там такая, типа, серия. Сейчас попробуем еще раз открыть. Вот так вот, прекрасно. Опа-опа. Точно тебе получится райска? О, да. Тут получается как нормального человека. И тут у нас, yes, это он в Индии. На слоне. Он уже с шоколадками. Ну, то есть не с батончиками, а с шоколадками. С шоколадкой. Ну, такой блочек небольшой с шоколадкой. Леска. Он на слоне таком странном и в Индии. Ну, по-моему, это... А, да. Агро-Индия. То есть тут... А, тут написано. То есть вот это у меня наклейка. Биатлон. Так, я думаю, чего биатлон? По-моему, да? Биатлон. Вот здесь вот. Это наклейки. А вот на этом написано Швейцария. То есть я ошиблась. Это не его страна и не север. Это Швейцария. А вот эта вот наклейка у нас. Агро-Индия. Ну, то есть Индия. Ну, Индия. Вот сейчас сложу. Ну, мы попробуем в конце. Одну штучку. Не всю. Ладно, небольшую. Вот такая вот наклейка нам попалась. Индия, Агро. Ну, давайте как хотите, я буду лучше Индия назвать. Опять такой странный звук. С
стоит всего вот этот вот батончик 3000. Покупайте. Вот все, я наклею наклейку. Вот такие у меня три теперь наклейки. У меня должна была быть еще, но мы когда с вами гуляли, не сегодня, а позже чуть-чуть. Ну, вчера, позавчера, когда мы с ней гуляли с моей сестрой, то она мне купила такой батончик, и там наклейку я сказала ей сохранить, но почему-то вроде порвала. Вот давайте попробуем такой батончик. Ну, как бы да. Это даже не батончик такой, не знаю, блок что ли. Пробуем чуть-чуть. Вкусно. Зачем? Смотри, как вкус крем-брюле. Брюле. Брюле, вроде брюле. Ну, такой вкусный. Напишите мне в комментариях, как вы думаете, вот эта белая оболочка. Это белый шоколад или это что? Такое. На этом все. На этом все. Наша рубрика вкусняшки закончилась на сегодня, конечно же. Всем пока, спасибо за просмотр. Спасибо за 19 печенья. Ой, за эфир. Пока. Пока.